Творческий конкурс партии «Единая Россия. Открытка Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершил свою работу. В число победителей вошли и три представителя Одинцовского городского округа. В номинации «Радость Победы» ученица 3 класса Маловеземской школы Алиса Стафий завоевала первое место, а Елизавета Галкина из Лесногородской СОЖ – второе. Бронзу в категории «Военная история моей семьи» выиграл Егор Стафий, который также учится в Маловеземской школе. С победой школьников поздравил глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов.